Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Грин, мои друзья Тачки, Даниэль Виражес, Мэтр и Моня Маккуин. А почему нас трое? Потому что мне так захотелось, а все остальные там заняты. А, понятно. И сегодня у нас вопрос-ответ будет вопрос-ответ номер 4. Ты уже его где-то 3 месяца его не выпускала. Может быть, 4 месяца. Неважно. Ну что ж, давайте начинать. Мы будем отвечать вопросы с телефона. Да? Ну ладно. Первый вопрос у нас от Севы и Петров. У меня только один вопрос. Серьезно? Один вопрос? Ладно. Ты поздравишь меня с ТР? Конечно же, я тебя поздравлю. Что ж за глупые вопросы? Следующий вопрос у нас от Мэтра Тягача. Ты хочешь Дона Гремлина? Хочу, конечно же. Нет, лучше не заказывай, он злодей. Да, как и все ведра. И как и все кремлины. Ну а еще он тоже такой красивый, прикольный. Ясно. Ты ждешь 2021 год? Жду. Следующий вопрос у нас от Стаса Неона. Какой предмет в школе ты любишь, а какой просто ненавидишь? Мой любимый урок — это физкультура, а других, которые я ненавижу, я не знаю. Какая у тебя любимая бумажная... Сейчас. Какая у тебя любимая бумажная тачка? Мне нравится больше всего Дорога Трип. Твой любимый злодей тачек. Но мне больше всего нравится Петров. И Владимир. Как маму с папой зовут? А ответ на этот вопрос... Секрет. Сколько сейчас сестричке? Моей сестричке 2 года. И следующий вопрос у нас от Макса Полеймера. Ты хочешь Джонни? No. No, God! Хе, шутка. Конечно же, я хочу Джонни. Он очень клёвый, да. Я тоже хочу встретить своего друга Джонни. Я тоже хочу его увидеть. Он прикольный, Джонни. Да, и это была шутка. Мы хотим Джонни. Тебе нравится мой канал? Да, нравится такой прикольный канал твой, неплохой канал, очень красивый, с анимациями у тебя, да, очень клёвый у тебя канал. Пропираешь меня? Пропираю, но пока что не сейчас. Где-то, может быть, на зимние каникулы тебя пропираю. Да. Уже и ты нас попирай, пожалуйста, потому что на канале мультанимации начинаются отписываться. Да, люди, это как понимать, что вы отписываетесь? Для кого я это снимаю, а? Так, следующий вопрос. Кто твой самый любимый кончик Кубка Поршня? Мне нравится вот Кракс и тот Маркус. У вас есть Валдер Бирс? Ваут, Беррис или Озон? Нет, у нас их нет. Да, у нас их нет. Кто твой самый любимый агент? Вот конь, Радуайн. Кто твой самый любимый злодей? Мой любимый злодей, это я уже говорил. Да, этот Владимир Репетов. А нет, еще и Тога Трамков мне нравится.
Ну, на этом вопрос и ответ закончили. Ну и что ж, ребята, если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк, а также подписаться на канал. И мы завтра поздравим нашего подписчика Сева с днем рождения. Да. Ему уже завтра 10, обалдеть. Вот только недавно ему исполнилось 9 лет, а уже ему 10. Да, он такой взрослый стал.